Привет, друзья! С вами я, Тимофей. И сегодня передача до 17 и старше находится на премии «Мама года». И сегодня заветные статуэтки будут получать звездные мамы. Смотрите выпуск до конца. Будет интересно! Мама, безусловно, тот человек, который с нами с самого нашего рождения и до самой нашей взрослой жизни, когда мы выходим в свет общества, когда мы формируемся, мама закладывает в нас самое лучшее, все свои лучшие качества передает нам. Я безумно рада сегодня присутствовать на данной премии и хочу пожелать всем счастья, любви и, конечно же, всего самого-самого лучшего. Ваша Настя Крунова. Как ты растешь, как ты развиваешься. Вот. И я рада, что ты вместе с нами. И я рада этому тоже. Хочу поблагодарить наших мам сегодня, кто присутствует в зале, кто сегодня получит заветные статуэтки. Каждый раз на премии мы говорим, что это действительно самое главное предназначение для женщины – быть мамой. Но всегда упускаем, что это огромный крест и большой труд, особенно в настоящее время. Аплодисменты! Заботливая мама! Так звучит эта номинация. И вручаем эти потрясающие подарки за то, что смогли воспитать, вырастить столь успешного человека и человека, который добивается в этой жизни с каждым разом все больше и больше новых высот. Я очень хочу сказать, что огромное количество классных премий, когда ты можешь быть стильной, там, классным артистом, с классной песней, но так мало действительно важных премий, которые подсвечивают самое важное. Поэтому спасибо вам огромное за то, что есть такая премия «Мама года», когда кто-то стильный, когда кто-то популярный, когда кто-то востребованный. В общем, все мы мамы классные, поэтому, как уже сказали до меня, рожайте деток, это самое прекрасное, что может быть. Огромное спасибо всем! Какой самый важный совет давала вам ваша мама? Идеолог и сооснователь банка. Однозначно, я считаю, что нужно начать с книжки «Граф Монте-Кристо», потому что она про веру, она про любовь, она про, про целеустремленность, наверное. С нее нужно начать. Мне кажется, что все мы мамы одинаковые, потому что все мы работаем, все мы воспитываем детей. Ничего сверхъестественного я не делаю, просто занимаюсь любимым делом, окружаю себя людьми, которые меня любят, которых люблю я, и просто наслаждаюсь каждым днем. Важный совет давала вам ваша мама. Быть хорошим человеком. И знаешь, быть, а не казаться. Вот это очень важный совет. И я стараюсь ему следовать. Какой фильм или книгу можете посоветовать? Так как сегодня премия «Мама года», книгу, которую я бы посоветовала прочитать абсолютно всем, «Материнская любовь» Некрасова. Может показаться, что это литература за 10 класс, но на самом деле это классная психологическая книга, которая будет полезна абсолютно всем. Пришло время объявить главную номинацию сегодняшней церемонии. И победительницей становится очаровательная девушка, прекрасная мама, великолепная телеведущая и актриса, которая за этот год успела достичь многих целей и успехов во множестве направлений. Регина Тодоренко. Приглашаю лауреаток на сцену. Громкие аплодисменты. Вот она, красота. И больше даже нечего добавить. Красота, одним словом, потрясающий цветок, потрясающий наряд, потрясающая энергия. Мама года 2023, Регина Тодоренко! Какой главный совет вам дала ваша мама?
Ой, ты знаешь, она мне с самого детства говорила, ты особенная. Ты особенная, всегда будь собой и делай так, как тебе нужно. И вот по сей день я считаю, что я особенная и делаю так, как мне нужно. Даже если это немножечко конфликтует с мнением моих родителей. Расскажите про ваш образ. Мой образ? Ну, я, наверное, сегодня такой цветок, такая белая роза, гортензия, не знаю, что-нибудь такого. Красивое платье, красивый цветок. Я просто красивая девушка. Тебе нравится? Да. Как вы считаете, чему надо главное научить детей? Научил кто? Научить детей. Ух ты! Быть самостоятельными и уметь жить на полную, получить удовольствие от этой жизни, иметь право выбора. Вот так. Спасибо огромное за премию, за награду, то есть, и Ван Лав, да, спасибо тебе большое, что сегодня с нами. Вот награда. Какой самый важный совет вам давала ваша мама? Моя мама всегда меня хвалила. Мне кажется, что надо с детства приучать к самостоятельности. Это очень важно, чтобы ребенок... Сегодняшний выпуск. А с вами был я, Тимофей. До новых встреч!